На улице Московская в областном центре переломилась грузовая газель. Инцидент произошел около 11 часов дня. Водитель, заподозрив неладное, остановился проверить, все ли в порядке. Осмотрев машину, мужчина не заметил ничего подозрительного и снова сел за руль. В этот момент переломилась металлическая рама, на которую крепится кузов и кабина. Прослужила газель всего 5 лет. Следует отметить, что подобные случаи с отечественными автомобилями на дороге не редкость. Удлиненные рамы часто не выдерживают нагрузок.